Хей, Ютубу, хей, ВК, с вами я, Полтория 2, и да, сегодня с вами будем играть в Hello Neighbor Mod Kit, и у нас мод The Neighborhood in the City, да. В общем, погнали. Так, кстати говоря, я вроде бы не играл в этот мод. Ну да, я в него не играл, потому что если бы я в него играл, тогда бы я помнил его, ну как бы, ну да, ну, я не помню это, что да, я по-любому в него не играл. Так, в общем, погнали, давай сразу проверим машину, она открывается, нет, не открывается. Короче, я целое утро просто, ой, здорово, я просто целое, мать его, утро потратил в то, чтобы просто найти какой-нибудь мод. И вы знаете что, я нашел только этот мод, я реально нашел только этот мод, ну как бы, думаю, для вас тоже не какое-то удивление. Потому что, думаю, для вас не секрет, то, что модов на Hello Neighbor Mod Kit очень мало, прям очень мало. Я об этом еще говорил давно, так ладно, давай. Блять, хватит мне своим клеем кидать, так давай погнали. Не, иди нахер своим клеем. Закрой. Ключик, я уже впервые вижу ключик. Тихо, успокой, блять. Ладно, мы хотя бы с вами нашли зеленый ключ, не знаю, что он открывает, но посмотрим, так. Так давай на всякий случай это пройдемся-ка вокруг дома, потому что тут может быть много всяких ништяк. Ёб твою мать, вот он один ништяк. Правда, не совсем какой-то приятный ништячок, какой-то вообще неприятный. Так, Свира, у нас есть черный ход. Что ж, буду знать. Так. Сейчас аккуратно его обойдем, чтобы этот мудила меня не запалил снова и снова, мне не испортил жизнь, уже испортил. Ладно, шучу. А не, подожди-ка, не, пока, постой, смотри, вот ты меня кидаешь клеем, вот теперь давай посмотрим, как тебе будет приятно. Подожди, хреново тебе, пока что тебе еще очень приятно, но сейчас мы исправим это, сейчас тебе не совсем будет приятно, смотри. Вот ты меня кидаешь клеем, да? А вот теперь представь. Какого мне? Вот тебе сейчас приятно, вот ты меня кидаешь своим клеем и даже не думаешь о моих чувствах. Вот теперь задумайся о своем поведении. Бля, да я прирожденный директор. Так, подожди, куда мне идти? А, нет, не, подожди. Этот откроем. Нет, ничего нет, понятно. Так, слушай, что-нибудь здесь нет, ничего нет, понятно. Так, что-нибудь здесь ничего нет. Да-да-да! Скотина поймал меня. Вот мразь. Слушай, и ты ведь даже мусор не убрал. Вот посмотри, как, насколько ты по-наплевательски относишься к своим домам. Ну не ко всем, конечно, но вот к этим. Ну реально, типа, ну это ж твой дом. Или ты думаешь, что типа, а, ну хотя для такого, как ты, легко, в принципе, построить новый. С твоими-то миллиардами долларов или что у тебя там, блядь. Кто там тебе эти дает миллиарды, я так понять-то не могу. Откуда ты берешь вообще эти миллиарды, или что у тебя, сколько там, миллионы? Где ты их вообще берешь-то? Не, реально, вы задумывались, где берет на все эти строения домов наш сосед деньги? Ну реально. Он буквально просто вот как перчатки их меняет, ну реально. Так учу, что ему кто-то дает бабло. Кстати говоря, нехило такое бабло дает. Так, подожди, прыгаем. Смотрим здесь, ничего здесь нет, понятно. Так, тут что-нибудь здесь, ничего здесь нет. Тут что-нибудь здесь, ничего здесь нет, понятно. Так, и давай сейчас посмотрим. Вот так, нет, там ничего нет. О, нифига, ебать, он незаметный, прикинь, я его не сразу сейчас заметил. Нифига, ты незаметный. Опа, я уже вижу применение. А, ну это... А, нет, прикинь, не тот ключ, значит, еще не нашел пока применение. Так, тут что-нибудь есть. Ничего здесь нет, тут что-нибудь есть. Ничего здесь нет, понятно. Как-то все бомжеварски. По-бомжеварски у тебя как-то все. Опа. О, сейчас подойдешь что-нибудь. Ну-ка, откроешь? Не откроешь. Вот это точно вот сюда подходит. Куда ты нас ведешь? Опаньки. Так, с новосельем вас, мои соседи. Опа. Ключ от тачки, машины. Ну пока что все гладенько идет, ребят. У нас прям пока вообще все зашибись идет. Так. Вот так вот делаем. Вот так, да ёб твою мать, да что ж такое-то... Низкорослый это, так, нет, ничего здесь нет. Так, хорошо. Хорошо, тут что-нибудь есть.
Ничего здесь нет. Ну давай там проверим. Подожди, нет, неудачно. Да, блядь, да что ж такое-то? Проверяем, ничего здесь нет. Ёп. Black Mesa, Aperture Science. Покупайте мне технологии телепортации. Я вам говорю, я вам прям просто вам отвечаю, вы не разочаруйтесь. Мне даже ничего не надо ставить, я реально телепортируюсь просто. Не, серьезно, Black Mesa, Aperture Science. Купите у меня технологии телепортации, и все, и не будет никаких там ваших каскадных резонансов. Все будет вообще заебись, никакого Гордона Фримена, точнее нет, Гордона Фримена там будет. А никакого Джимена, никакого вот этого, ну хотя нет, Джимен тоже. Никакого Альянса, хотя нет, Альянс уже, ага, нас забейте. Хотя никакого Гзена не будет, так, стоять. Челик. Ты что, хочешь опять поучение? Поучение от Apple 3.2? От мистера Яблока поучение хочешь? Давай. Видишь, какое поучение? Я очень-очень добренький человек, понимаешь, что ли? Я настолько добрый, что я просто добрый. Не более. Так. Что ты открываешь? Не это. Окей, там очень странно, хорошо. Так. Давай на второй этаж. Надеюсь, он за мной не побежит. О, вижу уже, куда применить. Надеюсь, он за мной куда-то не побежит. Опа. Вот эта комнатка. Нужно ее обследовать. Обследую эту комнатку. Так, ничего здесь нет. Это на улицу. Нет, это ванна. Ну, хоть спасибо, что хоть не на улицу, а то я хотел пойти, а я бы еще вывалился, и все. Было бы очень грустно и неприятно. Так, что-нибудь есть? По-любому что-то есть. Вы что? Я вам кричу. Здесь что-то по-любому есть. Да закройся ты. Так. У нас есть что-нибудь на этот случай? Нет, у нас нет ничего на этот случай. Так, тогда зайдем давай сюда. Что-нибудь есть? На унитазе быть может. Так, подожди, нет. Для начала вот это проверяем. С самого начала, так, нет, ничего нет. Возможно, так, давай вот так вот сделаем, чтобы это было полегче, что ли, давай. Газ там рубаем, сюда залетаем. Опа, под блок. Старый добрый подоспел, прикинь. Все, отлично, так, давай. Ничего здесь нет. О! Отлично, хорошо, хорошечно. Нашли применение. Наверное, их можно уже выкидывать, и мне кажется, уже не понадобится. Так, вот это выкидываем, и тебя вроде. Я, в всякий случай, их вот здесь оставлю, потому что, ну... О, ну это я по-любому знаю, куда применять. Что еще? Еще что-нибудь есть? Открывать быть может, что-то. Еще раз повторяю. Black Mesa, Aperture Science... Давайте, покупайте мне технологии телепортации, я вам отвечаю. Да, они, конечно, немножко опасны, но хотя бы не будет каскадного резонанса, то бишь инопланетного пиздеца, поэтому давайте, берите побыстрее. За 50 рублей продаю, так. На шавуху, так, что-нибудь есть. Опа, синенький ключик возьми, возьми синий ключ, все хорош. Что-нибудь на унитазе? На унитазе ничего. Нет, ничего. Тогда на второй этаж погнали. Пока все прям как по маслу идет, я тебе прям кричу. Так, сюда и пошли, пошли. Скрываем, открываем. Импорт, не, подожди, я тебе еще пока не хочу открывать, я хочу пока что вот это все. Так, подкрывать я не буду пока лезть, потому что, ну, вы знаете. О, прикинь, вообще все, что надо. Вообще все, что надо для жизни, по сути-то. Вообще все, что надо для жизни. Давай, система быстрой телепортации. Опа. О. Систем. Охереть. Я еще раз повторюсь, ну, на всякий случай, вдруг вы немножко глухие не услышали. Ну, я говорю, это Black Mesa, я Aperture Science. Покупайте мне технологии телепортации за 50 рублей. Это прям минимальная цена, максимальная 1 рубль. Так, закрываем, всякий случай. Open Basement Map. Хорошо. Оп. Стандартная схема подоспела. Так, не знаю, на какую херню мне фонарик. Думаю, мне вообще не понравится. Ну, как бы тут и так светло. Ну, зачем мне фонарик? На кой мне фонарик? Где логика-то? На кой мне нахер не нужен фонарик? Так, тут по-любому что-то есть. Я прям кричу. Да, мнение эксперта. Так. Сначала здесь нет, тут ничего нет. Тогда давай туда. Давай пойдем сюда. Давай пойдем туда. Давай пойдем сюда. Так, подожди. Запрыгни. Все, хорош. Ничего не по... А, ну да. Да, создатель создатель телепортационных технологий, конечно, немножко тупенький. Ничего страшного. Мы-то все с вами знаем, что это все же прикид.
Так, семя. На коме семя. Чтобы дерево посадить? Не, пока еще не хочу садить дерево. Так, что у нас здесь? Ничего у нас здесь нет. Так. Ничего здесь нет, понятно. Ну стоп, ну это ж не может быть без... А, ну подожди, быть может кто-то эти картинки нам скажут. Правильно. О, правильно. Нам здесь понадобится, угадайте что? Правильно, сраный мать его магнит. Не магазин, а в смысле реально магнит. Думаю, вы это поняли без меня. Охренеть, ни одна из этих картин не подходит. Видно, я специально это в смысле... А, вот это может сейчас что-нибудь сделать. Подожди. Иди-ка сюда. Твою мать, да хрен выходить. Иди-ка сюда, сделай для меня одолжение. Спасибо, спасибо, спасибо. Еще раз, да хватит выходить. Спасибо, тебя скидываем. Берем, берем, я сказал. И туда. Охренеть, в этом моде не работают... А, кстати говоря, здесь же... Ну да, ну да. Так, и чё? А, ну да. Ну да. Ну подожди, на всякий случай, тут еще что-нибудь поищу, тут может что-нибудь есть. Опа. Это у нас решетку открою, да? Ага, вентилятор. Не знаю, на ком мне вентилятор, но видно, чтобы немножко это самое свежиться. Подожди, а как мне эту решетку открыть, не понял. А, наверное, это вот это дело, да? Не понял юмора, почему не открывается. А, ну, видно, что должен сделать в этой комнате. Ну, правильно ведь, да? Правильно, 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 правильно. Подожди. А, ну да. Типичный я. Подожди, а как мне эту решетку тут открыть? Может, я должен все-таки тут вентилятор? Может, я должен все-таки тут вентилятор врубить? Не зря же он там стоит, не зря же он там врубается. Смотри, сейчас. Магия будет. Подожди, вруби вентиль. Не-не, ты вруби вентилятор. Давай по новой, давай по новой. Работает, все отлично. И чё, не открывается-то? Что-то я не понял юмора. Подожди, как мне открыть эту решетку? Подожди. 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 Да я знаю, я тебя заебал уже своим. Подожди, ну как бы, ну реально, ну подожди. Я что-то не по... А, ну подожди, быть может... Да, да, я уже какой раз говорю, подожди. Быть может... Ну, попал я в середину, ну и что? Я что, должен по-новому, что ли, врубить? Хорошо, давай. Может, я еще должен вот сюда вот закинуть? Давай, хорошо, смотри. Подожди, ну я ж хороший фут... Я ж хороший баскетболист, какого хера? Подожди. Выключись-ка на секунду, хорошо? Смотри, сейчас как Майкл Джордан. Ну вот, сука, мышка... Ты еще и сраный отблок, ну ёб твою мать. Мышкой сраный блок, как обычно мне помешали. Так, давай, Майкл Джордан, в деле. Где, где, где? Да-да-да-да. Мне рекламу этого World of Warships уже какой раз показывают, алло. Давай, Майкл Джордан, в деле. Да какого хера, почему так? Это ж не так работает. Да как так? Ну ты, это не так же работает, ну подожди. Да хватит выходить из модкида. Чё, как-то понимать-то, подожди. Так, подожди. Слушай, это банк какой-то, ну в смысле? Какой-то, в смысле? Ну подожди, ну вот смотри. По идее, вот так вот. Все, оно должно залететь, но оно не залетает. Потому что, ну как вы знаете, в релизной версии Hello Neighbor с физикой немножко проблемы, ну как вы знаете, да? Поэтому как-то... И вот тут какая-то стена! Реально тут какая-то стена... Ёб твою мать, почему на воздухе был? Тут... Так какая-то стена, блин, она мешает. Подожди. Возьми, нормально закинь. Ты задолбал уже. Возьми, возьми, я сказал. И нормально, вот так вот, как Майкл Джордан. Да ты заебал. Ладно, не получишь, как Майкл Джордан. Короче, просто уже попади. Да ты... Вот ща бы мог сейчас красиво прям попасть. Но, как вы знаете, да, он опять проебал свой момент. Ладно, давай еще раз. Как вот об эту опять стенку переться? Блять, ладно, фиг с ним. Короче, просто забрось, просто забрось. Да хватит выходить уже, мышка. Ты заебал уже, ты меня реально бесишь. Тогда давай сюда. Так, все. Тут немножко какие-то проблемы с физикой, поэтому я просто сделаю вот так вот. Не обессудьте, ну просто, ну реально, ну как это понимать? И все, вот так вот просто, смотри, сделаю вот так вот. Уи! Че, все? Готово?
Все, зашибись, можно врубать. Ой, да пошло оно, все, короче, ребят, я не знаю, как говорить эту фигню, возможно, она как-то должна все-таки с помощью вентилятора открываться, ну, короче, я не знаю. Просто пролетаем с помощью газа, и все. Я нашел ключ, и, типа, эта решетка не считается, все, давай, пролетаем сюда, я там уже вижу что-то непонятное. Здорово. Как делишки? На. Охереть, нифига себе, какой добрый сосед. У меня даже не пиздит. У меня реально даже не пиздит. Ты добрый. Get in the trash can. Where you belong. Залезай в мусорный бак. Где-то... Лол, слышь, вот это, слышь, кто бы ты ни был, на, получи, вот это, вот за это обидно вообще-то, вот за это реально обидно, короче, тут написано, типа, залезай в мусорный бак, типа, где твое место, вот это вообще обидно, согласись, ну это ж обидно, да, это ж по-любому он тебе говорит, и мне, и вот ему, по-любому же, вот кто ты еще получишь у меня, ты сейчас отхватишь у нас троих, блин, короче, да, ребят, вот такой вот мод. Такой, нормальный мод. Ну, если бы не вот эта вот фигня с решеткой, то... Ну, такой хороший. Ну, короче, ладно, такой средний мод, на самом деле. Вот это вообще, это капец, конечно. Ну, согласись, ну, вообще пиздец. В общем, да, ребят, с вами был я, Evil32, и всем пока.